Всем здорово! Сегодня я поехал в Светогорск. И сегодня для вас там покатаюсь, поснимаю. Так что погнали. Но перед этим я заехал на турнички. Сделал два выхода и дальше Светогорск. Мы дошли до моря и просто посмотрите на всю эту красоту. На море, походил, очень красиво там. И сейчас я приехал на Янтарь Холл. И сейчас для вас здесь покатаюсь тут. В основном только флэт, так что ничего интересного толком тут не будет. Никаких гэпчиков, потому что мне говорили, что здесь где-то есть ступени, но я их так и не нашел, так что трюки во флэту. Подошел этот день к концу, впрочем, как и видео.
Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Также подпишитесь на мой инстаграм, на группу ВК и общий наш инстаграм. А с вами был я. До новых встреч.